Александр, что происходит? Почему так темно? Где мы? Так, доброе утречко. Вот видите, с нами сегодня Дима, Сашок, Женька. Они спят. Не, они сейчас приедут. Да, да. Как раз за поездом успеют. Так, ребята, сегодня катка на коростень, велоклуб Дикие Сайгаки снимает протрузии, лишний жир и разжижает кровь методом грунтовой терапии. Всем здорово, мы начинаем, ждем поезд. Коростень не спит, велобродяги уже перетирают очередные свои приключения утренние и будут отправляться в путь. Ну, у нас сегодня целый день Катосева, Каталова и Приключалова. Фух, погнали! Парни, мы на племяннике Уробороса, а это значит, что камни крутятся, яхты мутятся. Пошли. Это Мельяновское месторождение красного гранита. Фух, смотрите, какая яма жирная. Родники земли бьют. Да. Житомирский регион один из самых богатых на месторождение серого и красного гранита. Вот готовят, кстати, видите, бурильная установка. Она пробивает такие типа скважины, и туда взрывчаточка закладывается. И это все потом подрывается. Эх, попасть бы хоть раз поглазеть на эту тему, а то только в интернете смотришь на это. Хорошее место. Интересное. Вот он, парни, колодец разбившихся надежд в городе Пропащенске депрессионного района Житомирской области. Все заброшено, все покосилось, все развалилось, стекол нема. Только мы тут с Оксанкой в самых ярких нарядах, зеленый да желтый. Вот так вот, видите, ничего не осталось. Утюг один, одинешенек. Ни питания в нем, ни электрики. Вот такая вот жидка. Беготня за надгрызенными яблоками продолжается. И походу пока изменений не предвидится. Вот такой, ребятки, дом. Мы на заброшке. Мы на заброшке лазим по комнатам. Разгоняем зимнюю тоску своими яркими нарядами и прекрасным настроением. Выбирайтесь из городов, возвращайтесь на родину. Вот диплом, пожалуйста, Олени Володимировны. Житомир, кстати, посвящение. Вот люди жили и перестали быть и существовать. А мы едем дальше. Парни, словно гриб в лесу, на фоне серого покрывала зимы вырос прекрасный дом красного цвета. И что тут делают, чем занимаются, непонятно. Вот вам, пожалуйста, какая-то классическая яма, вроде под рельеф. А тут раз, и пожалуйста, взорванная дополнительная огневая точка. Она же ДОТ. Ничего тут, правда, не осталось, но явно видно, что было. Все захламлено. Удивительные находки иногда попадаются среди лесов и снегов полесских. Что-то насыпано, наброшено. Какие-то краски. Вот. К
Ксюха, здоровенько. В общем, пхнем дальше. Интересно. Это, походу, один из оборонительных дотов Коростенского укрепрайона. Да, все взорвано, все перевернуто. Интересненько. И что же он тут охранял? Вот траншеи пошли. А где лес тогда был? Здесь же не было леса. Удивительная история. В общем, продолжаем наш киномарафон. Ребятки, кажется, я нашел ответ на свой вопрос. Вот мост находится. Проходим сюда чуть-чуть вглубь. Опять какие-то фундаменты. Вот, это было здание, наверное, точно. Вот он, фундамент. Сейчас я вам покажу, как это все выглядело. Вот, собственно говоря, вон где поваленное дерево, наш дот. А вот и дорога. Значит, он прикрывал эту дорогу, простреливая ее. А вот сюда мы будем сейчас двигаться. Это на мост дорога. Он защищал мост. Вот вам и пожалуйста. Вон мост. Вот такие тайны леса можно обнаружить в наших краях. Едем. Вот, забрели на маленький рассадник сосновый. Видите, какие зародыши. Сосна звучайно, вот они маленькие растут. Похоже на одуванчики в снегу. И потом их сажают, и они высокие, красивые сосны вырастают. Такие вот рассаднички интересные. Прям как велосипедиста у них долюшка такая. Сначала на всяком говне катаются, потом переходят на облегченный алюминий и в оконцовке дорастают до прекрасного воздушного карбона. Вот такая вот, ребятушки, история, да. Рассадник-то наш. Парни, оцените обстановку и остановку. Гляньте, буква А, как будто на каких-то витках здесь. Как будто паук поплел. А тут вот, если глянуть, село Решавка. Оп, а тут как бы и ничего и нету. А ты такой идешь сбоку. Раз, и буква А. Слушайте, совсем другой уровень. Похоже, хата на вагон, длинный такой, 15-метровый. И везде грубо, короче, развалины. Вообще не понимаю их, нафига они это делают. Что за люди? Желатинка была везде тут, дровишки. Пусто. Стрекает древесина офигенная. Эх, жаль, сгниет. Стрекает дерево. Дерево классное. Ты что, пушка?